Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, есть ли у Samsung Galaxy M23 разъем для карты памяти. Итак, открываем слот для сим-карты. Открываем его. И да, видим, что здесь есть слот и для сим-карты 1, и для сим-карты 2, и еще и отдельно для карты памяти. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.